этот пацанам-танкистам. В интернете распространяется видео, на котором показано оружие, если это можно так назвать, которое выдали мобилизованным в Приморье. С таким оружием предстоит выполнять боевые задачи защитникам России. После завершения распределения личного состава по подразделениям и решения организационных вопросов постановки на все виды довольствия, призванные из запаса военнослужащие приступят к занятиям по боевому слаживанию на одном из военных полигонов, сообщили в Минобороны России. Сегодня же стало известно, что генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности замминистра обороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение, в связи с переходом на другую работу. Вместо него на этот пост назначен Михаил Мизинцев, сообщила Минобороны.